фонарик подзаряжается от USB. Чупушку. Защита срабатывает. Вот это моя управляемая Tesla. Частота ее. По-моему, там по очки импульсов. То есть длина ее где-то может где-то между 30 и 27 метров где-то. По-моему. Индуктора. Такой запах озона мне приятный. Он как воздух, такой сладкий. Напоминает те времена, когда я строил трансформатор Tesla и все озоном пахло. Она горит таким желтым светом. Это говорит о том, что с модуляцией частота. Сейчас попробую повесить стенограф возле антенн и посмотреть, что будет. Вот тут вот. Происходит. Вот какие-то импульсы вроде бы. И пуш-пуга какой-то частота. Я попробую пуш-пугу отключить. Вот. Теперь без пуш-пула. Вот видны импульсы. Возьми вот этого конца. Нет таких уж сильных колебаний. Транзистор у меня тут 800 вольт какой-то горячий. Сейчас сгорит. 800 вольт, кажется, 3 Ом сопротивление его. Подается тут питание на нем.
136 вольт. Без охлаждения может спокойно сгореть, дотронуться нельзя даже. Я могу этот резистор ставить, тогда уменьшится длительность импульса. Вообще тут питание не доходит выше 212 вольт, поэтому 250 можно было бы транзистор ставить. 800 транзистор тут ни к чему. Только 800 хорошо, что может обратная ДС до 800 вольт дойти. А 500 вольт он дойдет до 500 вольт. Там диод будет коротить дальше. Но если сгорит потребление, все равно больше. Лучше так не шутить. Я попробовал прикоснуться к этой дуге, она бьет током, кусается, как Руслан и говорил. Хотя теперь укорочено в войне, а не попал резистором, чтобы укоротить длительность импульса. В дырку не попал, нужно. Не в ту дырку засунул. Вообще не горит. Кто не то сделал? Вот укоротил импульс. Теперь такая силограмма. Пробовал пальцем, теперь, когда прикасаюсь, вроде бы не кусается. Потребление меньше. Вот частоту порегулировать. Там начинается удвоение, не очень хорошо работает на высоких частотах. Не слабо стукнуло.
подключил к антенне, импульсы пропали. Вот осциллограф, где подключен, где мерит. Появились такие, вот загорелись диоды в земле. Я не помню, раньше они, раньше, может, тоже горели. Смотрите, как чутко реагируют лампочки в заземлении на кручение частоты. Тут у меня теперь ручной режим не синхронизирован. Вот эти импульсы с пуш-пулом. Поменял немножко частоту. Не горят. Тут немножко ярче загорается в таком режиме. Скрипит, пивает. Низкие частоты, уже они горят на любой частоте, но слабо.
лампа немножко ярче загорает. Вот одна лампа горит. От одной управляемой Теслы, так называемой. Ну, как от обычного качера горит. Почти, можно сказать. В земле самое ярко горят, когда на резонанс качер. Ну, на резонанс Теслы это настроение. Вот такая силограмма возле антенны. Без пуш-пула. Удлинил импульс. Никаких. Чудес нет. Ни ток не падает. Индуктор теплый, как печка. Я даже столько времени прошло. Он чуть ли не горячий. Вот эти 5 метров провода. В общем, нужно из толщи провода его делать. Ну, может, как раз, что он грелся, как-то там электроны выходили лучше. Поэтому лучше эффект получался. Ну, прибавки. Но, по-моему, это очень маловероятно, что это так было. Посмотрел, видно, все-таки тут антенна, зазор у меня, по-моему, слишком большой. Чем могу показать, как от пуш-пула одна лампа горит. Тут его 23 метра вот до сюда домот, потом тоньше проводом, не знаю. Еще может каких 5 метров или может меньше. 3 метра может. 26 всего может метров. А надо пол гранаты. Значит, нужно вот 37,5, скажите. 37 на 2, 38 на 2 будет. 19 метров. Такую антенну сделал. Заземление делал. Светодиоды не светят. Вот, светили. Но слабее.